Охренеть, ну. О, Руслан Эндуро на квадре. Руслан Эндуро на квадроцикле. Квадроцикл купить еще один. Прикольная техника, кстати. Если разнообразить мототематику, то в принципе даже можно и покупать. Мне так кажется. Получается, может, и поедет нам. Тут не каждый решится на такую авантюру. Я квиков не заезжали. Бля. Тут в объезд можно, вот тут вот. Тут про. Сюда залез. Бля, ты просто пиздец. Здесь я снимаю. Второй круг. Второй круг нажался? Да. Мне, кстати, одновременно передачу выбило, как цепь слетела.
ты, блядь, это заснял? Да нихуя. Я краю уже, когда все ржать и ржать. Он меня, блядь, убил, блядь. Ебануло? Ты что, не видел, как он по соснам летал, блядь, или что? Вы ебанули? Где же, блядь, на Антоке на мотике катался? Блядь, он идет пьяный, крышка там, он валяется. Это? Так там черное еще что-то. Не туда и поехал. А, ну может заедет. И что произошло? Что, блядь, бак открылся, бензин вытек нахуй. Да хуя. Ой, блядь! Газу, 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 газу! Все, кто не заехал в эту яму сразу. Газу, 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 газу! Ой, блядь. Воу, почти что, молодец. Азуй. Газу! Газу, газу, газу! Ай, струйка! У меня, говорит, дети маленькие! Что делать? Кидать на эту сторону через руль. Залез, наверх заходи и хуляй сюда. Давай,
наверное, я скоро куплю его, блядь.